Сегодня я вновь посетил клуб дзюдо в городе Химки, Спортлов, где тренирует Иван Струев. И мы провели здесь сегодня занятия по программе «Мурзилка и дзюдо». Хорошо позанимались. В конце занятия всем вручили журналы «Мурзилка». Ну а впереди вы увидите, как прошло это занятие. Немножко мы тоже это сняли на видео. Вот, так что проект «Мурзилка и дзюдо» продолжается. С вами был Роман Карасев, и вы смотрите «Планета дзюдо».Готовы? Хаджиме. Все, бегаем по всему залу и хлопаем точно в ладоши. Хаджиме. По всему татами бегаем, по всему залу. Только правая нога. Нашли партнера, хлопнули ножкой. Опять тут куча, как магните, примагните. Мате. Кита, вперед, Хаджиме. Хаджиме! 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 Все наши деревья, Ярослав! Молодец, молодец! Поймал! Поймал! Поймал!
Джуме! Какой-то медленный медаль, а? Джуме! Море волнуется раз, бегаем. Море волнуется два. Море волнуется три. Дзюдоист, страховку выполни. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Дзюдоист, страховку выполни. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Дзюдоист, страховку выполни. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Дзюдоист, страховку выполни. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Правосторонний захват возьми. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Левосторонний захват возьми. Левосторонний. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Левосторонний захват возьми. Поджимы. Итак, Иван Владимирович вручает журнал «Мурзилка» участникам открытого урока «Мурзилка и дзюдо», который прошел в городе Химки в клубе дзюдо под названием «Спортлофт». Да? Правильно? Да. Все. Вручаем. Подходим по одному. Маргарита. Вручаю, поздравляю. Саша. Держи. Кирилл. Ярослав. Марк. Держи. Кирилл. Анна. Виталик. Ой, Виталик, профессиональный подход. Итак, вам всем вручен журнал «Мурзилка». Остальные журналы передадут следующим поколениям дзюдоистов вашего клуба. И мы сейчас с вами еще сделаем памятную фотографию.